Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Прокофьева Софья. Я работаю терапевтом-хирургом в клинике в Санкт-Петербурге. То есть вы из Санкт-Петербурга, да, к нам приехали. Подскажите о своих впечатлениях об этом мероприятии. Мне очень понравилось. Я, во-первых, очень давно хотела послушать доктора Заграмяна по поводу его методик. У него очень красивые, хорошие результаты. И вот как начинающий хирург-пародонтолог, для меня это, конечно, прям очень ощутимо. Очень интересно. Наверное, вынесли для себя очень много полезной информации. Новой именно, да? Вынесла. Хочется, да, уже пойти попробовать попрактиковать. Очень много клинических случаев, которые действительно похожи на те, которые, с которыми я встречаюсь каждый день. И есть даже, которые я, смотря на работы ортодонтолога, понимала, что я этим пациентам отказала в лечении. Сейчас бы, наверное, я уже задумалась бы на этот счет. Хорошо. Что бы вы могли пожелать своим клиентам, может, коллегам? Коллегам? Ну, наверное, смотреть больше по сторонам, как работают другие доктора, и расширять свой кругозор. Потому что я вот до тех пор, пока не начала интересоваться всеми сферами стоматологии, и не имела таких результатов именно в своей узкой специализации. И поэтому я всем рекомендую смотреть и понимать, что, в принципе, может стоматология, а не только узкий раздел, которым занимается доктор. Хорошо. Спасибо вам за ваши ответы. Всего хорошего. Если там я делаю, то есть с одного конца захожу до другого.